Всем привет! Меня зовут Яна. Вы попали на канал Леди Вескер. Мы сегодня продолжаем проходить Диско Элизиум. Давайте продолжим. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, оставлять комментарии. Ну и подписываться на мои социальные сети. Это группа ВКонтакте, это Телеграм-канал и Дискорд, если хотите. Ну, в Дискорде активность минимальная, так что, ну, там люди хоть сидят, но особо никто не общается. Так что лучше в ВК, а еще лучше на Телеграм подписывайтесь. В общем, давайте продолжим прохождение. Мы тут в каком-то подвальном помещении были. Нашли какую-то, не знаю, женщину-мужчину со спины. Непонятно, кто это. В общем, давайте посмотрим, кто это. Что это? Hello, I'm Nia. Здравствуйте, я Ния. Похожая на птичку женщина восседает на троне из инструментов. Сквозь ее волосы пробивается изумрудный свет. Рещица игральных костей. Вы стучали мне в окно, я, видимо, не обратила внимания. Слушала свое мелье. Она постукивает по наушникам. Так что, какая игральная кость вам нужна? Может, она и есть зловредная сущность? Возможно, будет разумнее пока продолжить этот маскарад. Ее окно выходит как раз на задний двор. Нужно расспросить ее о линчевании. Погодите, что вы имеете в виду, когда говорите «мелье»? Ах, да, «мелье». Это как станция приема звонков. Для того, чтобы получить доступ, нужна радиостанция. Вот зачем они мне. Она поглаживает наушники, лежащие на столе. По большей части они учат вас ругаться на разных языках, но некоторые станции могут быть довольно интересными. Я так увлеклась, что, должно быть, не слышала, как вы стучали. Вы, наверное... Так... Почему вы спрашиваете меня об игральных костях? Вы, наверное, меня с кем-то перепутали, я не стучал в окно. Тогда как же вы вошли? Через южный вход? Она моргает. А, знаете, это и не важно. Важно то, что вы, наконец, здесь. Давайте поговорим об игральных костях. Вам нужна какая-то конкретная? Почему вы спрашиваете меня об игральных костях? Я резчица игральных костей, отвечает она. Скажите, в какую ролевую игру вы играете? Я сделаю для вас нужную кость. Вы ведь пришли за этим, да? Ролевые игры? Ты знаешь одну, ту, что создали в Fortress Accident. Это считается... Давайте прямо скажем. Прямо сейчас меня не интересуют игральные кости. Я из полиции, хотел бы задать вам несколько вопросов. Конечно, понимаю. Просто я подумала, что вы полицейский, которому нужна игральная кость. Она наклоняет свою птичью головку. Чем еще я могу вам помочь? Что вам известно о человеке, над которым учинили самосуд во дворе танца в Трепье? На самом деле ничего, я его не знала. Да кому вообще нужен этот мертвец? У нас тут, возможно, зловредная сущность. Лейтенант бросает взгляд на свой блокнот, а затем поворачивается к женщине, сидящей под большим окном. Ваше окно выходит прямо во двор. Так вы говорите, что не слышали и не видели ничего необычного вечером прошлого воскресенья. Простите, детектив, но как вы могли заметить, я обычно работаю в наушниках. Поэтому я не слышу большей части той обычной суеты, что происходит за окном. Что вы называете обычной суетой? Ну, во дворе танцев постоянно что-то происходит. Она умолкает, пытаясь подобрать пример. Днем там обычно это эти дети, а в последнее время там было много пьяных рабочих. Должно быть из-за забастовки. Ей не жаль тебя разочаровывать. Если она донесет на кого-нибудь в ходе расследования убийства, это нарушит установленный порядок ее жизни. Она смотрит в окно, сквозь которое пробивается серый свет. Но, боюсь, я никого не видела в тот роковой... воскресный вечер. Так, и вы даже ни разу не оторвались от работы, чтобы посмотреть в окно? Возможно, оторвалась, признает она, но в таком случае единственным, что я могла увидеть, стало мое отражение, глядящее из темноты. Здесь горит свет, но на дворе ночью темно. Когда за окном темно, очень сложно увидеть что-нибудь во дворе. Кроме того, когда я сосредоточена на работе, я редко встаю, чтобы посмотреть в окно. И вы часто работаете по вечерам в воскресенье? Резчик игральных костей – довольно странная профессия, но мне нравится заниматься этим, и это точно лучше, чем сидеть дома. Понятно, спасибо, что ответили на мои вопросы. Она кивает. Что-нибудь еще?
Как вы стали резчицей игральных костей? Как я ей стала? Это было маркетинговое решение. Сначала работала обычным ювелиром, но это очень широкое поле деятельности, слишком высокая конкуренция. Мои друзья увлекались ролевыми играми. Они попросили меня сделать несколько многогранных костей из кобальта. Это был мой первый заказ, с которого все и началось. Так, минуточку... А сами вы любите ролевые игры? Не особо. Я люблю работу с редкими материалами и стабильную оплату, а в качестве клиентов – ролевики, милейшие люди. Некоторые из этих милейших людей тратят очень много денег на необычные заказы. Она благодарна за стабильность, которую они ей обеспечивают. Хорошо, я бы хотел заказать у вас игральную кость. Дайте. Конечно, кивает она, это ее работа. Расскажите, какую именно кость вы хотите. А вы как думаете, какая игральная кость подойдет моей личности? Кажется, у меня как раз есть кое-что подходящее для вас. Она открывает верхний ящик рабочего стола и что-то оттуда вынимает. В ее ладони лежат две многогранные кости. Красная и синяя. Цвета полиции. Это потому, что я полицейский? Это, конечно, не очень оригинально, но улыбается, словно извиняясь. Но иногда очевидный выбор очевиден лишь потому, что является самым лучшим. Вот, ловите, она бросает тебе игральные кости. В подарок от меня. Прекрасная дама делает тебе подарок, только не думай слишком долго. Ну, давайте попробуем. Меня это не удивило. Слишком долго думал. Твои руки все не могут решить. Что же им делать? И два крошечных камешка падают на пол и укатываются в противоположных направлениях, словно жемчужины, спорванные нити. Синяя кость исчезает в углублении в центре комнаты. А, улетела в трубу, прямо как ваша карьера. Ну, спасибо. Шутя, произносит трещица, следя взглядом за второй костью. Затем она ловит твой взгляд. Прошу прощения, этот комментарий был... излишним. Подобрать красную кость. Этот сделан из гелиотропа с инкрустацией лазуритом. Второй был наоборот из лазурита. Это был набор, понимаете? А теперь из набора осталась только одна кость. Очень жаль. Они могли бы принести вам удачу. Мартинезе удача вам определенно пригодилась бы. Она закрывает ящик стола. Ну ничего, найдем. Я надеюсь. Она жалеет тебя, господи, да что? Да, она тебе жалеет. Ладно, чем я могу еще помочь? А где мы вообще находимся? Что это за место? Мы находимся в дымоходе старого котла центрального отопления. Да, я знаю, звучит странно. Она скользит взглядом по красным кирпичам стен. Даже после того, как стены покрасили, на них то тут, то там все еще видны следы черной сажи. Когда я пришла сюда, все прочие помещения были уже заняты, так что пришлось обустроить себе берлогу прямо здесь. Кроме того, мне не приходится даже платить за аренду, а это большой плюс. Плизанция была права, в дымоходе действительно живет сущность. Расспроси ее, проклятие. Выглядит неплохо, лейтенант осматривает просторное помещение, высокий потолок которого теряется в сумраке. Слышал, это место проклято. Вы знали, что его называют проклятой торговой зоной? Да, я слышала эти истории, она кивает. Ветер завывает в шахте, дымохода над головой. Но, по-моему, это выдумки. А как тогда вы объясните, что случилось со всеми этими компаниями? Капитализм, пожимает плечами она. Мы слышим лишь историю успеха, поэтому так часто удивляемся, узнав о том, как много предприятий на самом деле прогорает. Я здесь по просьбе Плизанции. Она убеждена, что это место пронизано негативной энергией. Плизанция с книжного магазина, она удивленно поднимает бровь. Я слышала, что дела у нее идут довольно хорошо. Неужели эта энергия обошла ее стороной? Вообще-то дела у книжного магазина идут не так уж хорошо. Покупателей почти нет, и ей приходится эксплуатировать собственную дочь, чтобы предприятие оставалось на плаву. Хорошо, но выжил ведь не только книжный. Что насчет танцев в тряпье? Говорят, они тоже часть этого комплекса.
Да, но это же отдельное здание. Негативная энергия не может туда добраться. Ну, и есть еще я. Она вздыхает, оглядывая беспорядок на рабочем столе. Здесь разбросаны самые разнообразные инструменты, от ножей до кусачек и стамесок. Я здесь уже 14 лет, продаю особые игральные кости, любителям ролевых игр. Не сказать, что мое дело приносит миллионы реалов, однако, несмотря на все эти разговоры о негативной энергии, предприятие все еще на плаву. Странно, да? Разве она так считает? Давайте скажем так. Зловещая сущность? Что это вообще значит, смеется рещица игральных костей? Колдунья, что ли? А что насчет вас, офицер? Вы тоже думаете, что я зловещая сущность? Пришло время встретиться с источником. Не бойся, силы мироздания поддержит тебя в разгадке этой паранормальной тайны. Так. Начинаю понимать, что никакого проклятия не существует, лишь коммерческие решения и естественные колебания рынка. И именно она массирует переносицу. Истина всегда такая скучная и приземленная, что даже обидно. Но я рада, что мы с этим разобрались. Могу я еще чем-то вам помочь? Вы знаете, что случилось с остальными арендодаторами? Сейчас здесь больше никого нет. Более или менее, она поправляет желтый платок на голове. Вас интересует кто-то конкретный? Ой, да, на самом деле много кто. На самом деле мне это не интересно, и зачем мне это нужно? Давайте спросим про машину. Fortress Accident, студия, которая делала радиоигру. Она закрывает глаза, отдаваясь воспоминаниям, которые заряют ее лицо. Ей нравилась эта студия. Интересные были ребята. Мы время от времени болтали с ними о системах ролевых игр. Однажды я даже видела, как двое из них устроили мордобой, поспорив о вирале. Они очень серьезно относились к своей работе, даже при их хронически либеральном подходе к рабочему графику. Либеральном? Что вы имеете в виду? Что произошло? Как обычно, у них закончились деньги, они не смогли вовремя закончить проект. Что ж пошло не так? Ну, временами я действительно слышала, о чем они говорят. Она смотрит коридор, будто до сих пор слышит их болтовню во время перекура за защитным экраном. Похоже, они мнили себя историческими личностями, что вершат великие дела. Судя по тому, что я видел, проект действительно выглядел очень впечатляющим. Да, но по мере того, как начинали заканчиваться деньги, они стали все больше жаловаться на капитализм. Но знаете, на то, что на рынке все так подстроено, чтобы не давать развиваться новым компаниям, и все в таком духе. В конечном итоге они просто не смогли завершить задуманное. Им не хватило сил и воли ни на то, чтобы создать что-то поистине историческое, ни на то, чтобы вовремя приходить на работу. Приходить на работу вовремя сложно, но не... Нет, не так. На работу, в принципе, приходить сложно, особенно если выпил накануне. То, что сложно приходить на работу, это да, я согласна. Да-да-да. То же самое можно сказать и про создание поистине выдающихся вещей. Ее взгляд блуждает по полкам, забитым прототипами и забракованными моделями игральных костей. На ее лице отражается какое-то напряжение, затем она снова поднимает взгляд на тебя. Что-нибудь еще? Ужасно чучело медведь. О боже, это же легендарный ревошоль Айс Сити. Эта история вам точно понравится. Она улыбается, наклоняется поближе, сложив руки на коленях, словно комик, который собирается рассказать смешную историю. Компания принадлежала двум типам с очень инновационными маркетинговыми идеями. Одной из таких идей как раз был медведь. Давайте спросите, какие еще идеи у них были. Действительно, какие? Ладно, какие же идеи у них были? На самом деле, помимо медведя, у них была только одна идея – выбрать самых привлекательных в округе девчонок и заплатить им по 20 сентимов в час за то, чтобы те стояли за прилавком. Стоять за прилавком в данном случае означает завалиться за него с журналом и одаривать убийственным взглядом любого, кто осмелится потревожить. Она отклоняется, осуждая такое поведение. Прямо как во Фрите.
Знаю я одну такую, работает во фрите кассиром, не очень дружелюбная. Да, принимать на работу угрюмых девчонок – распространенная практика. К сожалению, при этом ты получаешь полный пакет. Я имею в виду их прыщавых подружек и бандитского вида бойфрендов, которые слоняются возле магазина. По крайней мере, у Ривашоли-Айс-Сити было именно так. К тому же у них был медведь. Она прикрывает глаза, как будто это воспоминание причиняет... ей боль. А что с медведем? Медведь, повторяет она, потирая виски, словно пытаясь избавиться от головной боли. Затея не сработала? Конечно, нет. Медведь был просто ужасен. Никто не хотел покупать мороженое, которое охраняет враждебно настроенный суперхищник. И как будто этого было мало. Холодильник тоже не справлялся со своей задачей. Половина мороженого подтаяла и деформировалась. В конечном итоге компания Ривашоли-Айс-Сити проиграла ценовую войну своим конкурентам, Глиссе 5000, которые продавали карамельный пломбир с фруктами всего за 5 сентимов из обычных холодильников. Так. Уверен, медведь старался как мог. Возможно. А вот таксидермист, который это сделал, определенно нет. Я имею в виду, он даже не старался. Как так? Он сказал, что этот медведь был его проводником. Говорит, что встретил его в своих видениях, когда обдолбался диссикантами. Назвал его Мегатерионом. Крутое имечко. Что значит проводник? Это воображаемый зверь, который ведет вас по жизни. В основном заставляя тебя принимать все больше и больше наркотиков. Мудрый благородный зверь, что отведет тебя в страну, где улицы вымощены наркотой. Я не принимаю наркотики. Больше. Я про копа, если что. Хорошо, вам действительно не стоит их принимать, кивает рещица игральных костей. В конце концов, вы же полицейский. В общем, теперь вы знаете историю поведения... Падение этой империи мороженого. Завершая свой рассказ, она выглядит немного печальной. Пылинки кружатся в лучах света. Ее взгляд рассеянно следит за этим хороводом. Пятна света под окном сияют, словно тлеющие угольки. Нашел домофон у подъезда этого здания, но он не работает. А, да, она потирает лоб, платок оставил на смуглой коже едва видную полоску. Надеюсь, вы не пытались звонить мне. Думаю, ни одна из кнопок домофона не работает, включая мою. Я все еще пытаюсь подключить домофон, прошу прощения за неудобство. Тогда кнопка без таблички на домофоне должно быть принадлежит ей. Так вы говорите, что кнопка без таблички на домофоне ваша? Все верно, я там пока даже имя свое не написала. Как я уже сказала, сейчас эта кнопка все равно бесполезна, она пока не работает. Так. Я хотел спросить про танцы Трепье. Этот кафетерий входит в один комплекс вместе с вашим зданием? Можно и так сказать. Оба здания построены в одно время в рамках проекта торгового центра «Восточная Дельта», поэтому с домофоном можно позвонить и в танцы, хотя я сомневаюсь, что кто-нибудь возьмет трубку. Если танцы — часть этого здания, то они — часть проклятой торговой зоны, значит, тьма этого места дотягивается туда. Я позвонил в компанию SK Slipstream, и произошла странная вещь. Мне ответили. Кажется, она тебе не верит. Не может быть, этой компании здесь больше нет, уже несколько лет. Вы уверены, что звонили в SK Slipstream? Вам ответила женщина? Может быть, это была плезанс из книжного магазина? Та женщина сказала, что она из Tricentennial Electrics. Спустя мгновение она знает это название. 100 лет назад это была крупная электрическая компания. Вы уверены, что над вами детишки не подшутили? Нет, тут что-то другое, что-то потустороннее. Чем бы это ни было, сохрани хладнокровие. Возможно, лучше признать, что это была безобидная шутка. Возможно, это была какая-нибудь редкая неполадка в электросети. Может, все-таки шутка кажется более вероятным. Современные дети качают она головой. Мы ведь тоже когда-то были детьми. А теперь они нас терроризируют. Никакой солидарности. Так, у меня все. У меня больше нет вопросов. Уйти. Гость. Надо найти вторую, наверное. Так. Открыли дверь, татуировки. А у кого? Так, что это?
Я вот не знаю насчет тела. Там, по-моему, что-то осталось. Надо как-то это решить, но я не помню как. Так, надо спуститься обратно в подвал к этому медведю, если кости по дымоходу улетели. Где тут, кстати, выход? Это у нас что, дверь куда ведет? Вниз? Я уже особо не помню. Нет, это ведет к Плизанции. Плизанции мне пока не надо. Значит, мне обратно. Я не помню, где медведь этот был. Тут, конечно, место вообще жуткое. Похоже, кто-то пытался поменять концепцию своего предприятия. Я не понимаю. Гляди, на лыжах, на лопастях пропеллера один и тот же логотип Slipstream. Похоже, что начали они с производства чего-то одного, но дело не пошло, и они переключились на другое. Это просто предположение, точно мы ничего не знаем. Не совсем. Ты точно знаешь, что в бизнес-модели этой компании есть нечто странное. Да мне пофиг на компанию. Мне пофиг, чувак. Мы сейчас расследуем дело. Мы не должны обращать внимание на вот это вот все. О, ящик. А, это все. Я в прошлый раз к нему подходила. Так. Мне тут были кости нужны, и они должны вот здесь быть. Ну, вроде как. Нету. Ничего нету. И где мне искать вторую кость? Ну, у меня нет задания найти ее. The bear's eyes are still glowing red. Низкие шансы. Восприятие мне надо прокачать. Ким, как мне восприятие прокачать? Не знаешь? Yes. Где мне взять очки, чтобы прокачать восприятие? Как отсюда выйти? Пойду поговорю тогда с Плизанцией, потому что тут больше ничего нет. Никуда. Я тут... Я заблудилась. Хотя здесь есть что-нибудь еще? Вроде бы нет. Ага. И тут больше ничего нет. Плизанция. Пошли. Так, мне надо фонарь убрать. А кость... В руку. Я взять не могу, да? Что это? Винтовка. Ладно, пошли. Вы целы? Ну же, не томите. Что там она подбирает слова? В том мрачном саркофаге. Мрачный саркофаг, театральная пауза. Да-да, что там? Так. Если честно, там просто помойка, не на что смотреть. Только горы хлама, не хватает солнечного света. Но что еще вы обнаружили? Что-нибудь уцелело? Нет, разумеется, нет. Но вам удалось найти ту сущность? Я пообщался с сущностью, о которой вы говорили. Ее зовут Ния, и она занимается изготовлением игральных костей. Изготовлением игральных костей ее глаза округляются. Ну же, не томите, зачем ей кости? Какая-то особая магия иногда использует барабани... Ой, барани... Таранные кости. Так. Она вовсе не колдунья, не зловещая сущность. Она предприниматель, как и вы. Ничего не понимаю. Раз это не она, тогда что же является источником зла? Как она объяснила проклятие? Вид у нее озадаченный. Прежде чем что-либо сказать, спроси себя, сможет ли эта женщина вынести правду. Картину мира, на которую она опирается, пора разоблачить.
Она слишком сильно сжимает кулон на ладони, выступила капля крови. Только не говори, что у тебя вообще нет ответов. Неопределенность ее убивает. Ай, черт, быть может, нынче вы должны солгать, мессир? Ой, даже не знаю, что ответить, плезанцы. Что ей ответить? Давайте вот это. Она сказала, что дело в капитализме, банкротство – неотъемлемая часть экономики, чертами экономики. Погодите, что? Ее лицо становится мертвенно-бледным. Выходит, сама экономика проклята? Ну, тупая. Ее слабое здоровье не выдержит такой стресс. Я имел в виду, что обнаружил источник зла об экономике, не беспокойтесь. Ладно. Вам удалось исправить эту экономическую систему? Она с подозрением смотрит на тебя. Или вы говорите о здании? Да, я провел деспиритизацию. Проклятие, след простыл. Что это значит? Вы точно? Впрочем, кто я такая, чтобы ставить под сомнение ваши методы? Она смотрит на тебя с неожиданным обожанием. Главное, что негативная энергия отступает. Я уже чувствую, как чары спадают. Разумеется, до окончательного освобождения от проклятия еще долго, но все же. Спасибо вам, офицер, от чистого сердца. От чистого сердца вы наполнили этот скромный магазинчик положительной энергией. Это немало. Она так жаждет, чтобы завершилось все, что и в любую чушь готова поверить. Этого хватит на день-другой, в лучшем случае на неделю. Потом настроение у нее испортится, она снова почувствует проклятие. Что ж, все хорошо, что хорошо кончается, лейтенант поворачивается к тебе. Ну что, вернемся к обычной жизни? Да. А теперь я прокачаюсь. А я забыл, что мне надо прокачать, если честно. Сила воли, логика. По-моему, восприятие мне надо прокачать. Вот оно. Пойду посмотрю. Ну, там легендарное восприятие нужно, чтобы найти улики на трупе. Я его прокачаю, но не думаю, что получится что-то из этого. Так, что-то он хочет от меня. Что ты хочешь? Темно Да-да-да, ща, погоди, я забыла. Спасибо, что напомнил. Так, нормально? Походу, Ким не любит темноту, если он мне постоянно напоминает об этом, что нужен фонарик. Так, а мне не сюда. Вот сюда мне. Сейчас я посмотрю, что надо прокачать. Ну да, восприятие. Ой. Восприятие. Повышение уровня. Но я не думаю, что это легендарно. 28%. Ну и где мне столько найти в начале игры? Давайте сохранюсь. На всякий случай. Сохранюсь. Сейчас еще посмотрю, есть у меня что-то, что даст мне восприятие. Грубая сила, скорость реакции, полицейская волна, сумрак, драма, предметы. Нет у меня ничего. Ну, давайте попробуем. Ну, я так и знала. Ты касаешься мертвого тела, кожа у него холодная, светло-синяя и серебристая в свете холодильника. У тебя до сих пор нет никаких идей, с чего начинать и что вообще делать с трупом. Лейтенант растирает бока, чтобы согреться. Рано или поздно вы что-нибудь придумаете. По крайней мере, до тех пор он в надежном месте. Давайте попробуем снять. Я думаю, мы решили оставить это дело экспертом. Давайте не будем превращать все в цирк. Ладно. Может, тебе удастся выскользнуть на улицу, когда он заснет? Я даже не знаю. Да? А если, например, загрузиться и попробовать еще раз?
Ведь, ну, это же кости. Они могут выпасть и нормально. О! Ну, я же сказала. Конечно, может быть, это по вашему читерству. Но мне все равно. Так, глаза медведя по-прежнему сияют красным. Он охает, и замороженный труп сокрытый в его животе. Ты протягиваешь руку и невольно зажмуриваешь глаза. Становится темно, ты чувствуешь холодную слизистую плоть. Сперва кончиками пальцев, потом всем ладонью. Что это? Его лицо. Щеки, нос, толстые, распухшие губы. Твоя ладонь, словно паук, ползет по его чертам. Стоит тишина. Everything is silent. Зря я перчатки не одела. Давайте засунуть пальцы ему в рот. Ротовая полость холодная и влажная, распухший как шар язык, еще держится на челюсти, безвольный и вялый, словно дохлый моллюск. Ты на верном пути. Поиграть с языком. Язык свободно движется в ротовой полости. Изнутри все покрыто влажной слизью, нежно на ощупь. Из рыхлой плоти прорастают зубы, твердые костяные жемчужины в деснах, а в задней части рта ты чувствуешь. Ты так близко. Выломай ему челюсть, раскрой рот, посмотри, открыть глаза и посмотри. Лик черно-багровой смерти, раскуроченный твоими голыми руками и оскалившийся во все зубы. Труп словно смеется. Пары смерти поднимаются у него из глотки, и там, в задней части рта, на виноградиной язычка прямо в мягком небе. Ты видишь едва заметные глаза отверстия, его радиус не больше 0,4 сантиметра, и оно почти исчезло, закрытое вздувшимися тканями. Края отверстия как будто потемнели. Поясок осаднения. Вот что мы ищем. Осторожно коснуться его пальцем. Из раны в глотку вытекает струйка черной жидкости. Просунуть внутрь палец. Места хватит как раз для указательного пальца. Ткани повреждены, тебе удается расширить тоннель мертвой плоти так, что помещается второй. Проталкивая пальцы дальше, ты через отверстие во рту добираешься до мозгового ствола. Мозгового ствола? Да, так называется этот отдел. Сначала прощупать все вокруг. Базальные ядра комковатые на ощупь. То, что здесь произошло, разорвало на части его рептильный мозг. А как это? Этот человек больше не будет спать и не проснется. Твои пальцы проскальзывают в студенистые останки его лимбической системы. Ты не чувствуешь сопротивления. Слизистые структуры разрушены. Повреждения уходят глубоко в оба полушария. Здесь полость, ровно между полушариями. Ручка лейтенанта скрипит по бумаге. Протиснуться дальше. Твои пальцы вошли в черепную коробку трупа до конца. Полностью идет и дальше, но входное отверстие слишком узкое, чтобы в него могла пройти вся твоя рука, вкрутить руку. Твои пальцы проникают глубже в его череп. Кора головного мозга на ощупь, как желе. Холодное желе. И странная жижа течет у тебя по запястью. Потом ты нащупываешь это кончиком пальца. Острый и зазубренный предмет. Края режут тебе пальцы. Прямо под черепной крышкой я нащупал твердый предмет. Вы можете достать его? Лейтенант что-то ищет у себя в карманах. Сначала смотреть череп. В черепной крышке есть крохотная трещинка. Выпуклость прямо на затылке. Похоже, что твой палец направлен прямо на нее изнутри. Предмет, который ты нашел, остановился у самого черепа, в коре оставив эту крохотную трещину в костяной крышке. Выходное отверстие здесь, лишь только намечено. Наклоняется ближе лейтенант. Ну давай попробуем. Я так и знала. Что, еще раз загружаться и пробовать? Ты протискиваешь руку дальше, тот предмет, который ты нашел, все крутится у тебя между пальцами, никак не желая выбираться наружу. Может, поможешь, лейтенант? На свет появляется небольшой складной нож. Лейтенант ведет лезвием по голове трупа и в поисках выходного отверстия. Тут кивком показать выпуклость. Ага, отодвиньте руку на 4 сантиметра.
сантиметр, пожалуйста, убрать пальцы и кивнуть. Раздается громкий треск, лейтенант догоняет свой клинок в череп. Потом еще раз и еще, пока кость не отходит, как яичная скорлупа. Ты чувствуешь, как от ударов колышется желейная масса внутри. Объект все еще у тебя под пальцем. Можете ее вытолкнуть, толкнуть. Распускается, выпав из головы убитого, небольшой металлический цветок, а за ним показывается твой палец. Пуля, рассматривает лейтенант кусочек металла, зажав его между пальцами. Калибр неизвестен, с насечками. Можете вынуть руку из головы жертвы, лейтенант, вы хорошо потрудились. Вот ваш приз. Он бросает пулю в пакетик для вещественных доказательств и кладет тебе в руку. Другую руку, не покрытую кровью и мозговым веществом. Нам надо дополнить список повреждений. Он возвращается к блокноту. Повреждение номер 4. Овальная входная рана с пояском. Осаднение задняя часть рта, мягкое небо. Высокая скорость образования полости в тканях мозга. Небольшая выходная рана на затылке. Он силой подчеркивает повреждение. Ну что, похоже на правду. Предварительное заключение является причиной смерти. Согласен. И последнее. Ручка делает щелк-щелк. Надо исправить описание повреждения номер 3. Странгуляционные борозды. Новое мнение. Не является причиной смерти. Нанесено посмертно, короче. Манипуляция. Он говорит о том, что настоящей причиной смерти была пуля, а повешение — только попытка скрыть этот факт. Странгуляционная борозда, раздробленная подъязычная кость. Все это было манипуляцией. Да, и ремень вокруг шеи, повешение, даже то, что его затащили во двор. Все это сделали уже с трупом. Согласен. Я сомневался в первой версии с этого момента, как вы показали мне следы. Почему они принесли его, а не привели? Этому нет другого разумного объяснения. Были и другие признаки, маленькие детали. Все слишком уж удобно подталкивало нас к очередной вероятной причине. И мы клюнули на их приманку, но больше этого не повторится. Мы едва не попались, думает он, едва. Остается, конечно, возможность, что его и застрелили, и повесили. Как это так? И что, как... Кто его застрелил? Так. Кто мог такое сделать? Это нам предстоит выяснить. Но это немного упрощает нам задачу. Зачем это было нужно? Чтобы что-то скрыть. Настоящего убийцу, настоящий мотив. То, что на самом деле здесь случилось. Мне бы помыться. Может быть, пуля даст нам больше ответов? Yes. Да, мы должны внимательно рассмотреть ее. Я уверен, что она способна нам что-то рассказать. Этот маленький кусочек металла может многое рассказать об оружии, из которого стреляли. Мне бы помыться. О, кивает он, это точно. Я рад, что вы об этом заговорили. В вашем номере в «Танцах Трепе» должна быть ванна. Обязательно воспользуйтесь ей вечером. Может, они застрелили его, пока вешали? Чтобы избавиться от мучений? Избавить. Это возможно, но не объясняет остальных несоответствий. В частности, отсутствие борьбы. Может, это от недостатка интеллекта, но я предпочитаю работать с одной теорией за раз. А тут просто за версту несет манипуляции. Ну, что теперь? Упакуем тело в мешок для трупа и положим в багажное отделение моей Кинемы. Я могу сам отвезти его в лабораторию на вскрытие, но тогда меня не будет до конца дня. Тебя не будет, а чем мне тогда заниматься? Можете вести следствие или заняться личными делами. Постарайтесь только не затевать ничего слишком опасного. В таком районе полицейскому хорошо бы ходить с напарником. Этот выбор я предоставлю вам. Да и кое-что еще. Он глядит тебе прямо в глаза. Отлично сработано, детектив. После упаковки трупа лейтенант Кицураги покинет вас до следующего утра. Вы можете заняться побочными заданиями или даже основными, но это будет сложнее. Планируйте наперед. Сейчас посмотрим. Ну, в принципе, мы можем кое-какие задания сделать без него, я думаю. Так что давайте его отпустим. Ким, давай упакуем его, забирай. Лейтенант увезет тело до конца дня, и ты будешь работать один.
Ну хорошо, Ким достает блестящий черный мешок для трупа и начинает натягивать пластик на голову мертвеца. Вот и плакали эти чудесные эмалированные ботинки. Теперь у тебя никогда не будет полного комплекта. Да упокоятся они в лаборатории. Да пофиг. Извиняюсь. Мне понадобится ваша помощь в переноске. Я возьму за ноги, а вы берите руки. Упаковать труп в мешок и перетащить мотокарету. Ну вот, теперь с трупом мы расстались, и я осталась одна без напарника. Призурочка стою с фонарем. Так, это я ложу сюда. Ну что ж. Давайте сохранимся тогда. В следующий раз уже начнем играть. Мы остались без напарника, надо быть осторожнее. Ну, вообще, Ким, он полезный. Он нам подсказывает, если я провалилась там где-то, он может помочь. Не всегда, конечно, но вот бывает. Вот с этой пулей он же помог ее вытащить, потому что я не смогла. Так что, хорошо, что у нас есть напарник. Ладно, в общем, всем спасибо, кто досмотрел до конца. Не забывайте лайки ставить, подписываться на канал. Оставляйте комментарии и заходите в мои социальные сети. Всем спасибо за просмотр, всем пока!